Приветствую вас. Меня зовут Олег Зотов, я профессиональный фотограф, и мы находимся сейчас в моей студии. Мы поговорим сегодня о мужском портрете, и я хочу показать вам, как я снимаю мужской портрет. Если в женском портрете мы добиваемся, естественно, красоты нашей модели, мужской портрет предполагает большую, я бы сказал, психологичность, большую мужественность, брутальность. Поэтому здесь можно гораздо смелее ставить свет, чем в женском портрете. Для первого кадра берем два софтбокса, таких стрипа. Один мы ставим позади модели, другой чуть правее спереди. Мы не боимся теней, мы не боимся темных глаз. Мы этим наслаждаемся. Вот мы получили замечательный портрет. Посмотрите, холодная гамма. Мы не боимся теней, такого темного глаза. Технические параметры мы снимали на 1/200 выдержке, диафрагма 11 и цветовая температура 3800. Мы оставляем все те же настройки и меняем, смотрите, фон. Теперь это металлические листы, которые дают нам такой вот очень красивый эффект в кадре. И два стрипбокса мы располагаем слева и справа от модели. Ну, смотрите, вполне я доволен результатом. Мы переходим к портрету на белом фоне. Белый фон сам по себе является отражателем, поэтому он смягчает тени, исправляет многие наши ошибки. Но, как я вам уже говорил, мы можем смелее поступать с мужским портретом, мы не боимся ни теней, ни каких-то искажений. И более того, я хотел бы даже вот снять черно-белый портрет. Наш белый фон остается прежним, но мы теперь отодвинулись от него. И на него попадает очень мало света, и поэтому он, естественно, будет не белым, а серым. Мы взяли вот такой большой октобокс. Он будет имитировать у нас свет из окна. Суммируя все, я хочу сказать, что не бойтесь поступать в мужском портрете нестандартно. Ставьте смелее свет, не бойтесь каких-то искажений, теней. Все это только украшает мужчину. Удачных вам съемок!